На текущий момент на театре кукол продолжаются внутренние отделочные работы. Завершены работы по закрытию практически теплового контура, фасадной части, недоделки, которые были выполнены. Также на текущий момент ведется технологическое присоединение для подачи тепла в само здание. На строительной площадке работает 56 человек. После завершения других объектов строительной компании бригада будет усилена в среднем до 70-80 человек. И плановый период завершения – это также декабрь 2024 года.